Сбербанк отправил в город Тулун Иркутской области первые изготовленные в Твери модули для возведения инфекционного отделения городской больницы. В ближайшее время начнется их монтаж и установка медицинского оборудования. Решение о строительстве в пострадавшем от наводнения городе высокотехнологичной клиники было принято в сентябре 2019 года. Возведение и оснащение инфекционного отделения Тулунской городской больницы предусматривает 28 коек и осуществляется на средства Сбербанка. ПАО «Сбербанк» стоит отделение инфекционной городской Тулунской больницы в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Данный объект является достаточно уникальным, потому что использует новые технологии по строительству. Модульные конструкции сейчас вышли совершенно на другой уровень, и, по сути своей, это полноценное здание. То, что используем мы здесь, это конструкции, которые можно строить здание этажностью 7 этажей с вертикальным транспортом. Особенностью модульного строительства является то, что работа производится фактически одновременно в двух местах. Модульная технология широко применяется по всему миру. Она позволяет значительно сокращать сроки строительства и обеспечивать высокие стандарты качества при возведении важного социального объекта. Модули изготовлены в Твери и соответствуют эксплуатационным нормам и требованиям к лечебно-профилактическим учреждениям. Мы выполняем довольно важный объект. Это все-таки инфекционное отделение в пострадавшем регионе Тулун Иркутской области. Все работают с полной отдачей сил, монтируем их довольно быстро. Качество наше в данном случае превышает качество любой стройки, так как проходит под полным контролем на производстве. ОТК проверяет каждый раздел. Модуль выходит после испытаний. Уникальная технология позволяет организовать чистые зоны повышенным или пониженным атмосферным давлением, снабжением медицинскими газами, энергоснабжением и поддержанием в нормативных пределах заданных параметров температуры, влажности, частоты воздуха и освещенности. После окончания монтажа здание будет полностью готово к использованию.